Всем привет! Сегодня у нас будет распаковка и обзор моего нового усилителя японского. Но какой именно это усилитель, давайте сейчас посмотрим. Так, в общем-то, вот он такой, но довольно-таки не маленький, тяжелый. Где-то 8 килограмм весит. Да, тяжелый. Так, здесь у нас больше ничего. Так, ну и вот сам усилок. Тяжелее, чем радиотехника, я бы сказал. Я не знаю, сколько точно он весит, но тяжелый очень. Так, это его задняя часть. Вот он такой. Упакован довольно-таки неплохо. Пахнет, кстати, пахнет как в кассетных деках внутри. Вот этот запах, я не знаю. Вот это масло для моторчиков или как оно. Вот. Очень похоже пахнет. Так. Ладно, сейчас. Так, вот я его распаковал. В общем-то, вот так вот он выглядит. Довольно-таки стильненько. Все легко крутится. Здесь у нас баланс лево-право. Ну, он должен быть абсолютно идеальный по состоянию. Кнопки очень странные у него. Здесь регуляторы высокие, здесь низкие. Переключение с этих колонок. Тут можно 4 пары акустики подключить. Выход под наушники, CD, Direct, не знаю что. Ну и переключение источников. И усиление, ну, loudness. Так, в общем-то, моделька его A331. В общем, сейчас мы его подключим, посмотрим, как он раскачивает. Ну, пока что только одно из 90, в будущем будет еще вторая. Кстати, да, забыл показать заднюю часть. Так, в общем-то, блин, он тяжелый. В общем-то, сзади у нас подключение... Входы и выходы. В общем-то, здесь у нас выход на акустику. Поддерживается 4 Ома и 8 Ом, 16 Ом и даже 32 Ома. Вот здесь, значит, разные входа. Здесь фонокорректор есть с заземлением. Проверить его не смог, потому что нет у меня винилового проигрывателя, но как-нибудь в будущем проверим. Ну вот, в принципе-то и все. Вот теперь можем его, в принципе, подключать. Так, в общем, вот я его поставил в точку. Вот так вот он смотрится. Немножко, конечно, грязненький, но... Да ладно, в принципе, не проблема. Вот, все тут подключил, вот из 90 сюда. Потом проверьте выход, ну, должен быть рабочий. И вот туда вот подключил, значит, у нас вход. Теперь врубаем, и у него должна сработать релешка. Вот он загорается. И вот щелкает. Вот теперь можно его тестировать. Сейчас я тогда подключу и посмотрим. Так, ну вот, подключил. Звук появился. Так, вот это чуть усиливает громкость. Так, ну лево-право проверить не смогу, потому что у меня одна колонка. Давайте проверим регуляторы. Низа. Высокие. Все работает. Вот здесь выбор акустики. Можно два включить. Ну, давайте все вот так выкрутим. CD Direct, не знаю, что... Так, ну давайте немножко поднавалим. Ну, музычка может не всем понравится, но просто авторских прав здесь быть не должно. Так, здесь все выкрутил на максимум, как я люблю. Так, ну и давайте. Так, у меня начинает трястись тут уже шкаф. Надо вот так открыть. Здесь откроем. Так, вот мои старые усилители. Ну и это и Вега дека. Низа уберем. Ладно, больше врубать не буду, потому что очень громко. Играет чисто без каких-либо хрипов. Все нормально. В общем-то, такой вот коротенький обзор, я просто не знаю, что про него рассказать вообще. Информации о нем мало, но в интернете найти можно. В общем-то, вот и все. Всем пока.